Вот система такая примерно, чтобы народ представлял, как это происходит. Любой вольер, он на две части разделен. Вот я часть почистил, все вычистил, опилочки постелил свежие. Сверху сено, да, побросал, ну, чтобы лежать. Вот тюбик тут приполз. Ну, вот здесь шибер у нас, да? Сейчас мы чуть-чуть пожужжим. Прям уж. Не прикусывает. Он сосать перестает и жевать начинает. Больно ж. Да, не было. Но. Эй! Ну-ка! Тюбик! Тюбик, не наглей! Никто твой палец не отбирает. Ай-яй-яй! Вот так тюбик обижает тут их. Причем большого обижает. Да, не стыдно. Перестань. На, тюбик. Ну, у него изначально было всплески агрессии. Вот он нормально, но как психанет. Вот. Вот два эти спокойно, у них психика нормальная. А у этого, конечно... Тюбик, мой злодкий, мой хороший. Вот, жуй палец. Не хулигань. Буду ругаться. Ух. Ну все, дальше. Вот постелили мы эту самую сено-солому. Ну, это сено у нас соломы нет. Ну вот, сюда я сейчас насыплю яблок. Открою шибер. Вот шибер, видите, закрыт на замке. Вот это открывается. Они сюда должны зайти. Я закрыть и чистить там. Это они маленькие, вот я их, честно говоря, я бы без проблемы к ним заходил, но они очень шустрые. Их, если он выскочит, его не поймать. Они по деревням лазят и носятся быстро, то есть он умотает. Вот эти предосторожности для этих малышей только с точки зрения, чтобы не убежали, да, не убежали. Все, тюб, сейчас я яблоки положу, все, давайте.